то у ребят есть желание заниматься спортом. Есть еще, да. Они просто даже хотят, когда я у них зачет, я принимаю, они возмущаются. Просто они хотят, даже некоторые не сдают зачеты. Меня обязаны, говорят, это так зачеты сдавать. Я не должен, нет, просто на скамейке они не могут, девчата вот это станет. Скамейки даже нет, настоящие скамейки, они все, старинные качаются тоже. Этим скамейкам 30 лет уже. Вы сами видите. Души в их нету, чтобы ребята могли скупаться. Ну, они возмущаются, ребята, говорю, ну как, ну все равно, вам надо же сдавать, я говорю, вам диплом. Ну, кое-как соглашается, кое-кто на полу, ну, когда бьются, то тоже неприятно. А мы, наоборот, стараемся, чтобы подкрепить их здоровье, поддержать их. А здесь, если так разобраться, мы можем их запросто травмировать. Если позвоночник ударится на эту скамейку, все, до свидания, Магомед Демирович.